В Ленинском государственном педагогическом университете состоялся семейный разговор. Одноименная открытая лекция, модератором которой стала популярная КВНщица 90-х Татьяна Лазарева, была посвящена формированию доверительных отношений в семье и работе с подростками. До этого года целевой аудиторией проекта в основном были профессионалы, педагоги и школьные психологи. Теперь к честному диалогу с профессионалами приглашены и родители. Мы, конечно, только начинаем, но я надеюсь, у нас это получится. Известный российский врач-психолог, обучающий психотерапевт, преподаватель российско-австрийского проекта по интегративной психотерапии детей и подростков Вероника Петрова вместе с Лазаревой обсудили с родителями ключевые темы, связанные с взаимоотношениями в семье, поговорили о том, как поддерживать самостоятельность и ответственность за собственный выбор у подростков. Зачем мы тогда им нужны? Если они нам все время говорят: «Мама, хватит! Мама, уйди!» И это, конечно, тоже безумно раздражает, и ты не знаешь, как на это реагировать. Окей, тогда тоже хочется сказать: «Хорошо, я вот сейчас уйду, а ты...» Речь зашла также о компьютерной зависимости подростков и даже о подростковом алкоголизме. Расскажите нам действительно про мозг подростка. А он есть, в принципе? Программа «Семейный разговор» была разработана в 2012 году авторским коллективом Федерации психологов образования России и курировалась общественным советом некоммерческого партнерства «Твой выбор». Сегодня она реализуется в 21 регионе Российской Федерации. Произошел перелом мой, наверное, с возрастом. Знаете, мне 53 года уже, и я думаю, что уже пора заканчивать просто шутить. Уже можно уже начинать что-то делать. Мне эта тема очень интересна. Поэтому, собственно, я и поддерживаю программу «Семейный разговор», потому что я считаю, что очень важно родителям дать понять, что они не обязаны немножечко учиться для того, чтобы воспитывать детей. Это такой достаточно большой труд. Неблагодарный страх – это уж точно родители должны вызывать у своих детей. А прежде всего доверие. Сможет ли быть родитель другом? Нет. Друзья, они вот где-то там в школе, родитель, не в том смысле, что он должен быть врагом, да, но это не может превращаться в отношения, типа там, ты моя подружка. Самой Татьяне Лазаревой обсуждаемые темы очень близки. Ее младшей дочери сейчас 13 лет. Мы говорим совершенно на разных языках, если хочется оставить какой-то контакт, нужно учиться. А чему главному вас научили ваши дети? Слушайте, ну, вот правда, по мелочам очень много, даже не перечислить. Если говорить о главном, чему я у них учусь, это, прежде всего, уважению к ним, которые они достойны, и уважение их границ, которым наше поколение совершенно было не приучено, к сожалению. После лекции родители смогли задать наболевшие вопросы. Ярослав Щедров, Сергей Ямин. Специально для новости «Улправда ТВ».